Ну что же, у нас в студии вновь гость, которого мы рады приветствовать. У нас сегодня в гостях Вадим Первых, заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым. Вадим Владимирович, ну у нас уже... Доброе утро. Начался обратный отчет. 4 дня осталось до перехода на цифру, на цифровое вещание. Можно сказать, аналоговое вещание уходит в эпоху, становится эпохой. Я вас немножко здесь поправлю, хотя в целом вы все правильно говорите. 4 дня не до перехода на цифру, мы уже давно на нее перешли, а до отключения аналогового телевидения. В этой связи очень приятно находиться в этой студии, очень удачно подобран антураж, я так понимаю, все это у нас музейные экспонаты, эксклюзив радиокомпании когда-то «Крым». Но когда-то это работавшее. Когда-то это все работало, и когда-то это было сказочным оборудованием, о котором можно было только мечтать, но сегодня все эти камеры, телевизоры, как символ, безусловно, золотой для телевидения эпохи, но далеко не соответствующей современности. И в этой связи очень характерно, что в понедельник, уже в этот понедельник, утром представителями РТРС и, конечно же, при участии органов власти Республики Крым аналоговое телевидение будет отключено. Очень символично, что это будет, знаете, рубильник, такая вот большая красная кнопка, как символ страх технологий. Мы полагаем, и мы искренне надеемся, что большинство крымчан узнали об этом, в том числе из эфира телерадиокомпании «Крым» на протяжении последних нескольких лет, и предприняли все действия для того, чтобы не остаться без возможности принимать телевидение, без возможности смотреть вашу замечательную программу. Но я, с вашего позволения, хочу напомнить, что для приема цифрового телевидения, если вы не в многоквартирном жилом доме, где, как правило, есть кабель или антенна коллективного пользования, то необходимо, если телевизор не нового образца, не после 2014 года, где встроенное уже оборудование, а немножко старой комплектации, хотя сейчас у всех телевизоры десятками тысяч в Крыму они продаются, то необходимо приобрести соответствующую приставку формата DVB-T2, подключить ее, там все элементарно просто, мы недавно проводили соответствующие уроки в школах, и, кстати, на этой неделе они тоже будут, в пятницу пройдет такой большой урок цифры. Любой ребенок, любой взрослый человек сможет проверить, принимает ли у него этот сигнал, настроить цифру, это, конечно, другое качество, это, конечно, другой звук, и 27 доступных телеканалов, в том числе уникальная для Крыма история третий мультиплекс, когда крымские телеканалы будут оставаться в цифровом формате. Но, вот, кстати, тут важная такая ремарка. Мы в понедельник будем отключать аналоговое телевидение первых 20 федеральных каналов, они останутся только в цифре. Но крымские телеканалы здесь решили подготовить такой небольшой сюрприз. И на всякий случай, вдруг кто-то еще не успел на почту, где, кстати, реализуются приставки, напоминаю, на почте, или в любом торговом центре ее приобрести, аналоговое вещание вашего телеканала останется до Нового года. Равно, как и других крымских коллег. Нам дали небольшие каникулы, так скажем. Ваш рубильник мы в понедельник трогать не будем. Это очень хорошая новость. Но все-таки я бы хотел спросить. Вот для бабушек, которые не знают, что такое цифра и что такое аналог, давайте поясним, в чем же разница между этими двумя подходами? Разница прежде всего в качестве телевизионного, я сейчас говорю не о контенте, передача у вас и так очень качественная, в качестве передачи цвета и звука прежде всего. Это совершенно другая картинка, не расплывчатый экран, а более четкое и контрастное выражение любых деталей. Да, приходится больше гримироваться, видимо, потому что теперь все это отчетливо видно. Но самое главное, что этот сигнал более качественный. Он, в отличие от аналогового вещания, знаете, не переходит в снежную картинку, там, в рябь или в сыпь, бьет на дальнее расстояние. И самое главное, что при выборе этого формата ты никому ничего не должен платить. Ведь, как правило, за такой стандарт тебе нужно подключиться к кабельному оператору или там, к IP-телевидению и оплачивать, абонентскую плату осуществлять. В случае с цифрой это абсолютно бесплатное, доступное телевидение всех основных телевизионных каналов. Вот это самое главное. Для бабушки главное новости на вашем канале смотреть. Вот и она... утро нового дня. Вот в каком порядке давайте определимся? Ну, утро, а потом новости, логично. Все, договорились. Все, смотрите, сначала утро, потом новости. Но вот я еще хотела бы, чтобы вы прокомментировали такую новость. Дело в том, что стало известно, что не во всех населенных пунктах будет цифровое вещание. Не все смогут перейти. Вот, например, в Алуште есть, да, в Судаке, и в том числе в Симферопольском районе. Нет, ну, сама Алуште и Судак переходят. У нас сейчас покрытие Республики Крым составляет 95%. В принципе, стопроцентного покрытия нет практически нигде. Есть там определенные особенности. Как правило, они связаны либо с рельефом, горы, холмы, либо с так называемой удаленностью.
знаете, особенно это в степном Крыму, в удаленных районах, где для того, чтобы вот в конкретном поселке появилось телевидение, нужно отдельно специальную вышку поставить. Да, ну, или знаете, это как в удаленный поселок вести четырехстороннюю магистральную дорогу. Есть понятие нецелесообразности. Ну, а тогда вопрос, что делать этим людям? Ну, как у этих людей, смотрите, прежде всего, речь идет о поселках не только, где не будет цифрового телевидения, где оно будет частично, то есть где-то лучше, где-то хуже, поэтому там опять-таки стоит вопрос о покупке приставок. Конечно же, сейчас мы активизируем работу администрации для того, чтобы они осуществили подомовой обход людям еще раз, хотя уже мы многократно в этих поселках это делали. Это поселки. Напомнили о том, что необходимо приобрести спутниковое телевидение, но тем не менее мы ведем постоянную работу с РТРС. Ими уже, в принципе, разработаны шаги. Технологические шаги, в принципе. Есть дорожная карта. В течение ближайших 2 лет они будут путем увеличения мощности передатчиков, путем, не знаю, наращивания высоты антенных комплексов. Они будут все-таки карту расширения цифрового сигнала увеличивать, и в эти поселки потихоньку цифровое телевидение будет приходить, несмотря на то, что в настоящий момент это, ну, нецелесообразно и неэффективно. То есть мы знаем эту проблему. Мы с людьми продолжаем говорить на эту тему, мы ее будем отрабатывать. Ну, а по поводу льготной категории граждан, вы же знаете, да, что согласно постановлению, люди, которые относятся к категории малоимущих, они имеют право через свои муниципалитеты подать заявку на компенсацию приобретения приставки или комплекта спутникового телевидения. А сколько, ну, хотя бы приблизительно стоит такая приставка? До 1000 рублей. То есть, она от 900 до 1200, по крайней мере, ну вот в таком ценовом диапазоне, в доступном, один из видов, их много разных, можно приобрести в отделениях почты. Ну, я знаю, что еще работают волонтеры, они, конечно, работают помогают, волонтеры, они, есть горячая линия. Есть горячая линия, я думаю, вы ее обязательно сегодня покажете, люди могут задать и федеральная горячая линия, и республиканская горячая линия. Вы можете задать свой вопрос, интересующий вас, вы можете уточнить, есть ли цифровое телевидение в вашем населенном пункте, можно ли обратиться к волонтерам, чтобы он разъяснил или помог настроить телевидение, узнать более подробно о компенсации. Все это вы можете, естественно, уточнить как на сайте, так и по телефону. Можно звонить и в министерство, мы все расскажем. Вот еще хотелось бы, чтобы вы рассказали. Дело в том, что многие СМИ сейчас, они, наверное, предрекают, я не знаю, гибель всего местного телевидения. Наших каналов это не касается, потому что мы входим в пакет мультиплекс. А вот что касается других регионов, например, там, ну или тоже Севастополь, которые не входят в мультиплекс, что этим грозит? Ну, по поводу Севастополя, там они входят в мультиплекс, у них свой мультиплекс, да, государственный канал севастопольский, он будет вещать в цифре, тут все понятно. Я все-таки, наверное, нужно это сделать. Мы отключаем, еще раз повторяю, по согласованию 20 федеральных каналов. Все остальные каналы имеют право продолжать вещать в аналоге при наличии финансовой возможности. То есть если канал имеет лицензию на вещание в аналоговом диапазоне, у него есть достаточно средств, чтобы продолжать оплачивать эту услугу, он будет вещать в аналоге. Это первое. Второе, что касается местных телеканалов, местных, региональных в городах, то в абсолютном большинстве, там за редким исключением, это не эфирные телеканалы. То есть это каналы, которые нельзя принять на телевизионную антенну, комнатную, там, метровую или дециметровую. Это каналы, которые вещают в кабельных сетях. Поэтому для них, собственно, с технической точки зрения, переход на цифру отключения аналога, еще раз говорю, вопрос скорее технический. Они все равно останутся в пакетах кабельных операторов, с которыми они заключили договор. Поэтому как таковой гибели, боюсь, это неправильное понимание ситуации. Телевидение не гибнет, оно, наоборот, ну, перерождается. Вот у вас, я надеюсь, через 50 лет здесь в качестве вот музейного экспоната будет стоять такая, знаете, плазма. Плазма. Как вы видите телевидение будущего, вот такого далекого? Ну, не скрою, прежде всего, это будет телевидение в интернете, конечно. Все современные стандарты, которые существуют, все замечательные программы, я думаю, они какие-то останутся. В конце концов, у нас есть пример, связанный с программой «Что, где, когда» и КВН, абсолютно нашим отечественным ноу-хау, которое существует несмотря ни на что. Хотя юмор молодежный уже давно перешагнул, да, за пределы телевизионных рамок. Телевидение, мне кажется, просто станет более доступно для смартфона. Это будут социальные сети, это будут специальные приложения, можно будет в любой момент посмотреть. Это уже и сейчас, в принципе, можно, да, поставить на паузу любимую программу, там, подкасты, написать комментарии, пообщаться. Вы уже заходите в интернет, и я думаю, вот за этим будущее. Но, конечно, эта студия останется. Но это, конечно, уже следующая наша тема и следующий шаг. Вы думаете, мы доживем с вами? Да непременно. Но я хочу сказать, что мы вас вновь не отпустим просто так. И я предлагаю вам пройти вот к той прекрасной инсталляции, сфотографироваться. Давайте. С нами на память. Давайте. Да.
Я надеюсь, вы это этого как раз хотите. Ознаменование перехода на цифру. Ну, а я напомню, у нас сегодня в гостях Вадим Первых, заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым. Сделаем фото и переходим на цифру. Абсолютно верно. Сразу и вот же. На ту камеру главное сказать цифры громко. Нет, и красиво. Главное сказать «смотри цифру». Это вот официальный слоган. Сделать вот так можем? Давайте так. Смотри цифру.